Вот интересно, а получится что-то смонтировать нормально или будет дерьмище полнейшее? Друзья, хочу вам показать местную достопримечательность. Красота. Гора Адидас. Гора Адидас. Гора Адидас. Вот она так выглядит. Что такое? Одежда закончилась? Да, вон есть гора Адидас. Надо как-то десантироваться нам обратно в автобус. Или мы ждем кого-то? Побежали? Ну давайте! Кто первый? Открывай, Серега! Опрыгивай! Очень. А все запрыгнули? Не все же еще? Нет, не все. Еще никого-то нету? Зря полотенце. Опачки. Даже уж не заложила. Понимаешь, Илюша? Илюша, тебе не заложило уши? Меня укачало. Ну, это сниму. А где мы уже в Карачаево находимся? Да? Карачаевск. Это Карачаевск. Не снимай меня, не порти кадры. Прямо на балкон. Ага. Здравствуйте, здравствуйте. Ух ты, какая красотень. Офигительно, смотрите, как красиво. Вау. Вообще кайф, друзья, кайф. Просто нереально. Очень красивый вид. Это хычин с мясом, с сыром и зеленью. Вот сыром прям надо... Давайте обмазываем. Сказали, надо обмазывать. А то не будет полноты ощущений. Да. Что, есть маслица? Вот так выглядит форель. Речная, мы уточним потом в комментариях. Речная форель вот так выглядит. Похоже на ёршиков, но это форель. Короче, кое-что хочу показать вам. Смотрите, какая красота. Это нереально красиво. Офигительный вид. Сейчас покажу. Смотрите. Вот это та самая гостиница, про которую я вам говорил, которую построил Лужков, но, видите, ее не достроили. Вот. Не достроили. Хотя она, как нам объяснила девушка, женщина на ресепшене, она достроена была на 60%. Вот это сами горы. Мы прямо сейчас находимся в центре Кавказа. Ну, как не в центре Кавказа, а мы находимся на Донбай. Вот это горы. Вот это вот красота. Красотища. Это горы Донбая. Находимся в гостинице. К сожалению, нам уже совсем-совсем скоро уезжать. Прямо сейчас на часах без 10:05 утра. И мы совсем скоро уезжаем в аэропорт. Потому что нам нужно лететь в Питер. Нет, сначала мы в Москву и через Москву в Питер. Вот. Немножко расскажу о том, что здесь находится и как находится. Вот там снизу течет река, вы, наверное, ее слышите. Ага. И само ощущение, когда находишься здесь, немножко другое. Здесь другое давление, здесь другой воздух.
И мне кажется, здесь давление чуть-чуть, ну, у меня лично внутри, не знаю, как оно на самом деле, немножко повышенное. Вот. И это, кстати, объясняет некоторые факты о том, что, типа, кавказцы, они очень бурная у них кровь, у кавказцев. То есть, мне кажется, у них просто повышенное давление, и им тяжело себя сдерживать. Вот. А еще, знаешь, какую песню я вспомнил? «Приезжаю я домой, горная Абхазия, и поэтому сегодня на тебя залажу я». Да. Все, нам нужно собираться в аэропорт. Мы прямо сейчас выезжаем в аэропорт. Слушай, а нам кто-то подогнал лифт или что? Или ты лифт тоже вызывал на четвертый этаж? Люха, я иду там вот так. Да? Ну да, типа, они знают, что мы на четвертом этаже или что? В зеркало посмотреть. Смотри. Ну, баечка хорошая. Да, и сам ничего. Подбой. Нереальное красотище. Красотище. Да, вот пойду посмотрю. Хоть вокруг посмотреть, что происходит. Да. Охренеть. Вау! Какая красотища! Илюха, иди посмотри! Офигеть! Офигительно! Ты видишь это? Ха! Или это только я вижу? Кстати, здесь очень красивые домики вот эти вот, да? Доделанные, которые. А ту гостиницу туда вообще разбирать. Офигеть. О, еще речки здесь. Здесь местные люди сказали, что... Я полёхал, что даже офигел. Да, да, серьезно? Нас местные крестили, сказали, вы, говорит, здесь, это вы там у себя в Москве, говорит, Артем Илья, вы здесь Арсен Ильяс. Все. Ставрополь в любую точку мира. Ну, только через Москву. Только через Москву. А так в любую точку мира. Так вот же, кафе. И там тоже кафе. Кафе тоже. Color of Passion. А я один раз на Павелецком вокзале кофе попил с тараканом, короче. Заживал. Заживал лапки, короче. Что хрустит, смотрю, стакан таракан. Сухой такой уже, знаешь, сушеный. Сушеный таракан. Валер, Валерка, регистрацию пойдем проходить. Пойдем? Не пойдешь? Чего? Паспорта нет. К дому, а оттуда уже прямо. Что? А? Оттуда прямо в Питер.
Нас встретил Андрюха. Эй, мы нашлись очень быстро и легко, оказывается. Дай боевой клич. Эй! Я думал, мы подтягиваться. Подтягиваться. Давай, я три раза, ты два. Раз. Два. Давай я сразу его еще раз. А давай не виси. Все время виси. Раз. Два. Я еще больше. Четыре. Пять. Это четыре. Я сдаюсь и бросаю монету. Если выпадает решка, мы едем в Питер. Если выпадает орел, мы едем в Питер. Да, мы едем в Питер. Итак, внимание, интрига. Если зависает в воздухе, мы едем в Питер. Если ребро, едем в Питер. Ну давай. Если, ну короче, на все едем. 30 секунд еще осталось. Итак, поехали. Решаем, куда мы бросаем. Едем. Бросаем, внимание, Питер раз. Или в Питер. Два, три. Это Питер! О, это в Питер едем. Все. Все. Пока. Все, братан. Все, братишка, давай. Давай. Брат, братюня, брат. Не скучай, ты тоже там собаки у тебя, кошки все давай, дома. Все, пока. Давай, слушай, тапки прикольные. Слушай, братан, тапки интересные все. Слушай, мне просто в кроссовках немножко жарко. Жарковато будет ехать, позаботься, брат. Друзья, мы прямо сейчас едем в Питер на машине, пытаемся преодолеть этот путь, потому что мы никогда не ездили в Питер на машине. Мы ездили, ну я лично ездил у нас на поезде, летал на самолете. Я в Питер тоже. Ну, вот, но на машине мы никогда не ездили в Питер, и мы пытаемся это все сейчас преодолеть и посмотреть, что там в Питере-то. Что ты думаешь про трассу Москва-Питер? Подожди. Андрей, что ты думаешь о трассе Москва-Питер? Очень хорошая трасса, очень да? Очень хорошая трасса. Вот трасса Москва-Питер. Мы прям едем. Скоростная трасса, едем. Да? Хорошая, да. Дорога сделана. Прям интересненько. Почти нету городов рядом. То есть почти как на автобане едешь, да? Я сразу вспоминаю Германию. Как по Германии. Ну да. Да. Привет. Парни просто поздоровались. Да, они тоже смотрят наш блог. Первый выпуск еще не вышел, но все смотрят. Онлайн. Да. Я говорю, что кавказцы очень любят придумывать ко всему рифму. Они говорят там, налей себе кола-мола, дверь-мерь открой, шашлык-машлык там. Короче, все любое. Дорога-мора. Да, что? Дорога-мора. Ты, видно, сразу не кавказец. Да. Дорога-морога. Ой, точно, да. Точно. Они бы так сделали. О, дорогой. Дорогой-морогой. Яндекс мой Яндекс этот. Да. Сколько можно? Я ему рот шаурма клал. Уважаемые сотрудники Яндекс, простите нас, пожалуйста. Мы? Олени. Там 11 километров пробка. А ты правильно нас вел. Но мы сейчас заправимся и все исправим. Вот мы в Питере. Андрей, поздоровайся с Питером. Привет, парни. Вам... Не что ты говоришь? Ты говорил, ну здравствуй, Питер. Давайте еще. Ну ты говорил, ну здравствуй, Питер. Туда ателье у нас. Не в ателье. Мы не в ателье? Пойдем налево. Пойдем налево. Мы идем покушать в Питере. Если бы мы были в Москве, я бы говорил, мы идем пожрать. То мы в Питере. Мы идем покушать. Хорошее, кстати, блядь. Замечание. Да? Здесь же не бордюр, а поребрик. Не подъезд, а парадная. Так вот, мы вышли из парадной. Идем по поребрику пожрать. О, покушать. Мини-отель. Через пару часов у нас
у меня выступление на Colorfest. Поребрик. А поребрик споткнулся, говорит. Вот, не бордюр, да, а поребрик. Не ёбнулся об бордюр, а споткнулся об поребрик. Кстати, Питер славится своими всякими веганскими кафешками. Здесь их очень много. Ну, в отличие от остальных городов. Я бы, конечно, попробовал что-нибудь из такой пищи, но у нас тупо нет времени, чтобы искать где-то это все. Вот, потому что пока из рекламы мы увидели, что кто-то хочет познакомиться с Машей на асфальте и экскурсии по Питеру, по питерским крышам. Питер записывает. В Питере очень любвеобильные девочки. Они оставляют свои номера прямо на асфальте. И это, ну, они очень сильно хотят познакомиться. Поэтому они пришли с трафаретом и написали вот «Юля хочет любви» и номер телефона. Мы обязательно, я обязательно позвоню туда прямо сейчас и узнаю. Вот мы и приехали на фестиваль красок Colorfest. Уже очень много цветных ярких людей. И совсем скоро я на сцене буду. Даем отсчет первый, да? Давайте все вместе. 10, 9, 8, 6, 4, 2, 1, 3, здравствуйте, это передача «Возле туалета, пожалуйста, можно взять у вас интервью?» Да, я возле туалета распаковываю специально для выступления сим-карту и флешку на 4 гига. Спасибо, спасибо. Вы сходите в наш туалет? Да. Сейчас видосик один снимем. Готовы? Да, сейчас расскажу. Короче, сделаем видосик. Типа не постановочный, но он будет постановочным, мы заранее его сделаем, хорошо? Интересно, а есть кто-нибудь в Питере? Класс! Есть в Питере люди! Давайте пошумим! Отлично! Еще ручки все! А ты в костюме кого? Енота. Покажи. Это Петербург, а он столица рока.
Мне кажется, это костюм Пикачу, нет? Нет, это желтый. Это покебол поймать хочешь? Да, хотел поймать. Покебол. Нет покебола? Держись, и мы заставим гордиться. Давай, давай. Спасибо за матч наш. Держись, море твое. Еще, 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 еще. Не, ну, братан, аккуратно, аккуратно. Посмотрите на него, что он сейчас будет парить. Конечно же, лучший сувенир, который можно было привезти из Питера, это книга. Самый лучший. Да, самый лучший. И вот мы сейчас выбираем какую-нибудь книгу, которую мы будем читать. 99 франков я читал. Что еще есть? Человек Паланик тоже. Я читал, да, вроде это. Завтрак у Тигра. Знаешь, что сейчас последний из попсовых читает? Это типа Шантара. Хокинг. Значит, что-то выберем. Сейчас, короче, что-то выберем, покажу вам, что мы купили. Андрюха, поделись теми книгами, которые ты взял. Сейчас мы начнем с малого. Который ты взял. Во-первых, очень давно хотел почитать что-нибудь интересное из художественной литературы. И мне пришло на ум, многие говорят о таком произведении, как Шантарам. Да. Как бы попса, я понимаю, мне не нравится читать ту попсу, которую читают все. Вот, мне как даже не хочется, рука не тянется брать. Да. Но начинать читать-то надо с чего-то. Так был большой перерыв уже. Да. Несколько месяцев я вообще ничего не читал. 28 лет. Не надо мне ерничать. Вот. И поэтому я решил, надо попробовать с этой интересной книгой. Это первое. Второе, я решил отцу подарить. Просто подарить от себя, привезти отсюда подарочек. Джордж Мартин, «Игра престолов». Ага. То есть ты не ведешься на бренды вообще? Он очень любит такие фантастические романы. У него больше 120, около 130. И у него дома нет интернета, и он решил, где ему книгу принесешь? Он вообще почти интернетом не пользуется, только в одноклассниках лазит. У него около 130 книг Конана. Это фантастика. Я думаю, что будет интересно еще почитать «Игру престолов». А потом я вам покажу сериал. Да, а потом покажу сериал. Хорошо. Че ты подаешь? Нормально, нормально. Да, ладно. Я же, в свою очередь, взял книгу Мольера. Да ладно, какого Мольера? Че сделать? Мольера. Я взял вот классика жанра. «Золотой теленок» и «Петров». А знаете, почему он взял ее? Хотите, я вам расскажу всю суровую правду? А что рассказывать, камера моя, я все равно вырежу. Что рассказывать даже? Я все равно сейчас возьму книгу Мольера и подарю сюда, что я типа Мольер читаю. Ладно, я понял. То есть правда будет скрыта. Мы сейчас едем уже из Питера. Осталось 10 километров до Пскова. Читаем Лукьяненко новый роман. Андрюха очень хочет... Что ты хочешь, Андрей? Я вообще хочу в KFC. Он очень хочет пожрать. Что, я с утра ничего не ел, и я очень злой. Трасса тяжелая, идет дождь, машин много. Много дебилов, которые едут на трассе и не пропускают тебя. В общем, я хочу есть. Я думаю, это все исправит. Розовые члены,
которое запрещено снимать на БТ. Офигеть. А слово говно можно на БТ говорить? Нет. Нельзя? Как-то не. Тоже нельзя? Нет, нельзя. Так это же литературное слово. Нет, не литература. Литература? Говно не литературное. Какашечка. Какашечка можно говорить? Какашечка. Так, поехали. Ваша передача вышла какашечка. Какашечка. Не знаю, я, короче, снимаю влог. Опа! Да. А я снимаю. Я снимаю влог. Я еще ни одного не выпустил, но я снимаю постоянно. Жизнь, сны. Давайте помашем. Класс. Сюда? Артем стоит, и на счет три вы также забегаете в кадр, его обнимаете, это всех обнимаете. Все, обнимашки, сейчас будет массовая обнимашка на камеру. Давайте обнимашки, счастливые. Класс. Не, не в кадре. И все, и селфи. Селфи. Вот только что закончилась небольшая встреча с своими подписчиками, люди, которые следят за мной в Инстаграме, ВКонтакте. Знаете, что подумал? Что это круто, то, что люди нашли время, то, что девочки пришли, и мы попели песенки, мы пофотографировались, пообнимались все вместе. Раньше я и представить не мог, что можно так просто написать вчера вечером, что завтра мы встречаемся, где-то указать место, и кто-то придет. Это круто. Всем привет, друзья! Прямо сейчас я еду в Богему. Там будет репетиция конкурса красоты, который я организовываю. Вот это уже 7-я неделя, да, по-моему, 7-я неделя, когда мы выбираем одну красотку для финала. В финале главный приз – это путевка на Майорку. Вот я сегодня выспался днем, это очень хорошо. Я не всегда это удается, не всегда удается вообще поспать больше, чем 4-5 часов в сутки. Но сегодня я выспался днем, это хорошо. Потом у меня еще одна встреча, поэтому я немножко мчу, жму на газ. Вот. Как бы не нарушая правила, но как на пределах нормы. О, Человек-баян. Человек-баян, привет! Hello, как дела? А что отлично. Ты, красавчик, тут делаешь так рано? Да я вот только что проводил кастинг здесь. Да ладно? Да, девчонок выбирал. И я выбирал. Выбрал, да. Я выбрал, видишь? Присаживайся. Да, машина. Неплохие у тебя девочки. Да, а у тебя сколько? У меня человек 20 на работу. Ничего себе. Типа, а ты для чего делаешь? Ну, я просто ищу девушку... Девушку-баянистку? Нет. В народный ансамбль? Просто надо петь в дуэте. Хочу петь в дуэте с красивой, прикольной девочкой. Ясно. Ты как этот, как кто? В смысле? Ну, я как Виталий Воронко остаюсь, получается. Ясно. Я думал, ты какой-то там проект, типа, ворона и лисица. Ворона и лисица. Ну, кстати, ворона и сорока. Ворон и сорока, да. Будет как-нибудь сделать. Хорошо, все, все, братишка, давай. Все, рад был тебя видеть. А ты всегда с баяном ходишь? Конечно, уже не рос. Ну, ясно. Давно уже. Ясно. И самые красивые люди. И совсем скоро мы будем награждать этих красоток, которые появятся на нашей сцене. Для вас играет, кстати, диджей Дефлекс, который совсем недавно вернулся из Казани, накачал новых треков и будет радовать нас. Вот, с вами Антон Сорока. Поехали! Ты знаешь, как снимать?
Подожди, обнимашки. Обнимашки.